тебе сделала? Вы уже такие большие. Садись, Камила. Поиграем в игру. Камила! Идите к папе. Вы обе. Лизбет. Прости, я лишнего наговорил. Ничего. Знаешь, такое нервное напряжение. Суд, работа. Да, я понимаю. Просто прости. Я ведь даже теряюсь. Когда ты так со мной говоришь? Твоя поклонница. Смотрю про тебя в новостях. Питер Алгрен, глава компании, избил двух проституток, но вчера оправдан в суде. Отпусти меня! Ты что делаешь? Получаю доступ к твоим банковским счетам. Быстро вызови охрану! И перевожу 20% твоих средств этим двум девушкам. Остальное... остальное на имя твоей жены. Добрый вечер, охрана. Номер твоего счета. Не смей. Миссис Сон, у вас все в порядке? 51912. Бери ребенка и уходи. Он больше не причинит тебе боль. Я отменю все это завтра же. Мистер Чен много лет финансирует твою компанию. Это ведь его жена? Попытаешься связаться с женой, это видео будет послано ему. Если с женой внезапно что-то случится, это видео будет послано ему. Эх ты, сучка! Тварь! Кто ты такая? Задай этот вопрос себе. Все
серия немотивированных нападений на нескольких мужчин в Стокгольме. Никогда раньше всех пострадавших в прошлом обвиняли в насилии по отношению к женщинам. Жертвы, как правило, связаны, подвергались... Если бы мы с дочерью могли обойти... Я просто хочу сказать, кем бы вы ни были, спасибо. Нет, все дело в энергии. Это такая духовная вещь, как привлекать людей, деньги, да что угодно, это все в голове. А люди отказываются верить, что все это у них в голове. Но все это можно, оказывается, почувствовать, когда входишь в комнату. Ну не будь ребенком. Не хочу я вилять хвостом. Перед ним. Что не устраивает великого Микаэля Блумквиста? Есть что-то, что может устраивать? Левин теперь глава редакции, и проявляй к нему уважение. Он купил мой журнал. Но не мое уважение. И на столе не верстка, а ноги. У него больше 2 миллионов подписчиков в интернете, а у тебя? Ну и что ты мне предлагаешь? Я хочу, чтобы ты снова стал писать. Алло, Миллениум. Приходи вечером. Вечером у меня ужин с мужем. Эрика, это вас. Она сейчас подойдет. Она покончила с собой 3 года назад. Почему ты мне не рассказывала? Что была сестра или что покончила с собой? И то обычно люди рассказывают друзьям о смерти близких. Для этого нужно иметь и друзей, и близких. Да. Тут один парень просит о невозможном. Интересует? Пришли СМС. Она работала вместе с отцом много лет. Он был психопатом. Оказалось, что и она тоже. Хорошо, что оба мертвы. Тебе пора, у меня работа. Если ждешь другую девчонку, так прямо и скажи. У меня работа. В
Франц Болдер, инженер-компьютерщик, криптограф, АНБ США, аналитик по ядерным оборонительным системам. Контракт разорван. Время — это пламя, в котором мы сгораем. У меня оно заканчивается. Ясно. Говорят, только вы способны провернуть такое дело. Зависит от того, что надо найти. Сумму моих грехов. 2725 байтов программного кода, файл уникален. Проект Firefall. Его невозможно продублировать, скопировать, только перенести. Хотите, чтобы я украла его? Я должен был его контролировать. Но меня отстранили от моего же проекта. Нет, ХМНБ. Я поздно осознал, что создал чудовище. Пожалуйста, помогите. Как отдать? Завтра утром, ровно в 7. На Сентрал Брюн, Южный берег. Я буду стоять рядом со станцией. Я открою вам 2 уровня доступа. Дальше действуйте сами. Взять военные системы, к примеру. Сегодня все оборонительные системы контролируются спутниковыми сетями, а они защищены одним и тем же протоколом квантового шифрования. Инструмент, подобный тому, что мы обсуждаем сегодня, может легко дать доступ к ядерным арсеналам большинства мировых держав. И один единственный пользователь со своего компьютера может завладеть всем миром. Здесь вы видите то, что русские называют системным взломом безопасности. Это русская ракета Тополь-М, СС-27. Холодный пуск, 3 ступени, твердотопливная. Так вот, ее перевели в пусковое положение неделю назад. Передача файла. Загружено 74%. Извините. Firefall перемещен на 100%.
давно летел. Давай. Есть! Стокгольм, Швеция. Да. Есть. Файерфолл. Программа зашифрована. Для запуска Файерфолла введите значение выражения. Снег в этом году выпал рано. Черт, время вышло. Для запуска Файерфолла введите значение выражения. Лошади молча стоят в полях. Помоги мне! Ugh!
Это я, Болдер. Кажется, я совершил ужасную ошибку. Совпадений нет. Вы правильно сделали, что мне позвонили. Я могу отслеживать свою программу. И знаю, что она у нее. И она ее вам не отдаст. На той неделе она напала на одного из самых уважаемых бизнесменов в Стокгольме. Опустошила его счета. И это не первый подобный случай. Я почему-то решил, что ей можно верить. Не беспокойтесь. Я сделаю все возможное, чтобы защитить вас. Облажалась.
Нужна твоя помощь. Это первое испытание проекта Firefall. Он разработан для взлома и контроля большинства оборонительных систем. Его создал Франц Болдер для американцев. И нанял меня, чтобы забрать его у них. То есть ты его украла? Кажется, он хотел его уничтожить. Кто это? Человек, который украл у меня Firefall, я не успела вернуть его Болдеру. А если ты его найдешь, то что сделаешь? Я должна вернуть то, что он украл у меня. Хочешь, чтобы я помог тебе найти призрака? Ты его найдешь. Я и тебя-то 3 года не мог отыскать. Взяла и исчезла. И я... Рейс 825 из аэропорта Вашингтон-Даллас прибывает к выходу 40 минут. Мистер Нитха, вам придется пройти с нами. Особый отдел АНБ Эдвин Нитхам, бывший военнослужащий, полевой агент, Афганистан, Мексика, Украина. Особый отдел. Этот американский эвфемизм означает безотчетность и бесконтрольность? Ну, не знаю. Как раз сейчас контроля хватает. Послушайте, я в курсе, что кто-то украл у вас что-то очень ценное. И вы прилетели, чтобы найти этого кого-то? Но должна сказать, что это моя забота, не ваша. АНБ нечего делать на шведской земле. Ну, видите ли, самое смешное, что я здесь не по работе. Отдых. Да неужели? Слушайте, меня депортируют? Нет. Нет. Пока вы просто получите вот это. Путеводитель по Швеции? Если будете заниматься чем-то, кроме указанного в книге, я вас арестую и посажу на первый же самолет в Вашингтон. Приятного дня, турист. И вам. Позаботься о ней. Ладно. И одолжи мне технику. Интересно, что ты подразумеваешь под этим словом? Техника? Одолжи. Тебе помочь? Нет. Что с Болдером? Вышел из отеля, сотовый отключен. Ну вот взгляни, у кого он побывал. Последний геотек фиксирует его утром в штаб-квартире СЭПО. Думаю, он решил, что ты кое-что у него украла, поскольку не явилась навстречу. Она спрятала его где-нибудь. Зачем? Программа Болдера серьезно защищена шифром. Только он сможет ее открыть. Но значит, теперь этим ребятам нужен автор. Найду Болдера. Выйду на них.
Взрыв в квартире в юго-восточных доках. Привет, Лизбет Саландер. София Новак. Что же тут случилось? Вы Вилма? 200 крон за ночь. Без зверья, без наркотиков, друзей. Я покажу, как включать... Я взломал сервер СЭПу. Его держат по адресу 774 Биргер Ярлсгаттен. Там два полицейских в штатском машине и еще несколько в форме в самом доме. Будь осторожна, Лизбет. Август, отойди от окна, пожалуйста. Август, Август, посмотри на меня. Посмотри на меня. Ты говорил это на пару дней, а потом я вернусь к маме. Пара, это два? Нет, я... Вот когда все закончится, обещаю отвезти тебя обратно в Сан-Франциско. И ты с нами останешься? Да, конечно. А ты продолжай рисовать, ладно? Ступай. Виски, без льда. Конечно. Мне то же самое. Микаэль Блумквист. Заместитель Грейн. Какая встреча? Вот за кем надо гоняться, а не за Саландер. Ваша подруга, Саландер, осуществила кибератаку на самую важную спецслужбу в Америке. И я не вижу, каким образом это снимать с нее вину. Почему она вечный козел отпущения? Вам бы поискать его тоже. А с чего вы взяли, что не ищу? А сейчас, простите. Да? Это Мали. Есть кое-что от Атус Холком. Пришли мне. Конечно. Сейчас пришли. Стрит-казино. Имя Милош Мейер.
Вы Милош Мейер? Знаете этого человека? У него тату вроде вашей. Так значит, вы из полиции? Нет, хуже. Я журналист. Этот парень состоит в группировке. Очень опасный. Пожалуй, других таких психов в Стокгольме еще поискать. Вы на них работали? С чего вы взяли? Татуировка. Это шрам. Он вырезал его ножом. Зачем? Я раньше фотографией занимался. Хотел продать ему снимки политика, которого они шантажировали. И слишком задрал цену. Вот что я получил. Нравится? Простите. Вот что бывает, если встанешь на пути у пауков. Пауки? У него прозвище «Отравитель». Он самый страшный из них. Если дорожите своим личиком, я бы о нем не расспрашивал. Журналист Микаэль Блумквист устарел. Пауки слыхала о них? Нет, спасибо, не надо. Отравита. Скажи, что волноваться не о чем. О чем ты? Я это все уже видела. Видела что? Ты увлечен Лизбет. Тут дело не в Лизбет. Микаэль, были две статьи, на которых ты выстроил журнал. Первая не могла быть написана без нее, а вторая ей посвящена. По-моему, тебя пугает мысль, что станет с Микаэлем Блумквистом, если исчезнет Лизбет Саландер. Извини. Лизбет? Я не слышала про пауков. Кажется, это последние люди на Земле, в руки которых должен попасть Файерфолл. Ты один? Хочешь, приеду к тебе? Лизбет, скажи мне, где ты? Нет. Не буду портить тебе вечер. Стой! Вот та блондинка. А ты еще кто такой? Нет. Гроза туалетов. Слушай, мне нужно связаться с одной твоей знакомой. Ясно? Ты знаешь, о ком я. Как вы связываетесь? Телефон, какой-то контакт? Да, сейчас.
Отлично. Слушай, я знаю, ты думаешь, что она только с тобой трахается, да? Но у меня есть еще 3-4 девчонки на примете. И это только здесь. Ясно? Так что уважаю твою преданность, но должен сказать, она ее не заслуживает. Потаскуха. Это точно. Это она мне дала. Я могу с ней связаться только так. Надеюсь, найдешь. Спасибо. Найду. Когда ты опять меня поимеешь? Скоро. Саланда! Поимела меня. Как и обещала. Сучка! Доброе утро. Привет. Нашел своего русского? Русского? Может, ты не так записал, но мне кажется, это русское слово от глагола «отравить». Так он русский. Что ты делаешь? Прошу, это от Холдсона. Кофе. Вот спасибо. А то задницу уже отморозили. А кто такой мистер Холдсон? Я. Отец Лизбет входил в русскую преступную группировку.
Я пойду с вами. Только его не трогайте.
Ну, давай. Вот, молодец. Безопасность прежде всего. Тормози! Август, пойдем со мной. Не надо. Август. Скорей. Садись в машину.
Я хочу вернуться к своей маме, пожалуйста. Лошади молча стоят в поле. Снег в этом году выпал рано. Тебе это о чем-нибудь говорит? Знаешь, как открыть программу отца? Я хочу вернуться к своей маме, пожалуйста. Самоубийство. Тело так и не было обнаружено. Полиция считает, что убийца похитил малолетнего сына жертвы и все еще находится на свободе. Подозреваемая опознана как Лизбет Саландер, жительница Стокгольма с криминальным прошлым. От преступлений до нападений на мужчин. Полагает, что она вооружена и очень опасна. Мистер Нитхан, в путеводителе эта местность указана? Мне казалось, что убежище должно быть как бы безопасным. Вы носитесь по моему городу, как дикий кабан. Арестовать. Отправьте его обратно в Диснейленд. Твои белые. Тебя отец научил? Теперь он мертв. Пожалуй, не надо о нем больше думать. Почему? Потому что это прошлое. Он сказал, что прошлое может становиться черной дырой. Если подойти слишком близко, дыра может затянуть тебя, и ты исчезнешь. Я не хочу исчезать. Не исчезнешь. Кто была та женщина на мосту? Прошлое. Эй! Эй! Игру заканчивать будешь? А! Тебе мат! Не бойся. Это друг. Привет, Август. Я Микки.
Это сестра. Знаю. Нам надо поговорить. Это тебе на хранение. Я еще отыграюсь. 1 780 000 99. Что это? Ответ. Снег в этом году выпал рано. Это математическая задача. Каждая буква — это цифра. Я разгадываю большое число, а потом разбиваю на множители. Отец написал программу и защитил вопросами. Ты думаешь, я ненормальный? Конечно, нет. Поспи. Когда я понял, что убийца Болдера работал на твоего отца, то выследил его бывших сообщников. И все они связаны с Камиллой Саландер. Камилла прибрала к рукам преступную сеть твоего отца. Они называют себя пауками. Она боготворила эту мразь. А теперь сама ей стала. Лизбет, у тебя кровь? Я знаю. Давай. Тебе не терпится написать об этом. Обо мне и моей безумной семейке. Как в прошлый раз написал. Послушай. Лизбет. Им нужен Август, чтобы запустить Firefall. Без него у них ничего не выйдет. Его надо вывести из страны. Подальше от сестры. Его мать живет в Сан-Франциско. Но даже если мы посадим его на самолет, это не гарантирует ему безопасность. Нет. Но я знаю, кто нам поможет. Дамы и господа, добро пожаловать в аэропорт Стокгольм Арланд. Пассажиры, направляющиеся в Лондон, пожалуйста, подготовьте ваш паспорт и запомните. Процесс замещения рейсов 2-4.
Ух, ничего себе! Человек в розыске. Третий терминал. За мной. Это женщина. Ярко-розовой техники. Быстрее! Внимание, пассажиры. Меня выбран для рейса L-1-2-2. Вопрос. Теперь посадка на ваш рейс. Отменяйте со второго выпуска в терминале 2. Назад в помещение. Назад в помещение. Все, не шумите, спокойно. Эй, ты, обратно в камеру. Назад в камеру. Пассажир Нитхэм, пожалуйста, немедленно проследуйте к выходу номер 45. Пассажир Нитхэм, пожалуйста, Саландер. Дверь для персонала в северном конце терминала. Скажите, мальчик у вас? Пока да. Для безопасности хочу переправить его в США. Нет, 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 нет. Мне нужен фаерфолл. Я слежу за американцами. Без Августа не будет и фаерфолла. Придется смириться. Так хотел Булдер. Вы не понимаете, что это такое? Я ждал годы, пока Болдер доделает фаерфолл и не откажусь от него. Разве у вас есть выбор? У меня есть ответственность перед моей страной. Но таким, как вы, этого не понять. Зато я знаю, как открыть эту дверь. Черт! Стоять! Я! Увезите мальчишку в США, или дверь не откроется. Или прыгайте. Черт тебе! Вам решать. Эй, стой! Я вывезу мальчишку. Обещайте. Я даю слово. На землю! Быстро! Быстро! Садись в машину. Папа? Алло? Алло?
Зачем делать из себя такую уродину? Я так долго представляла себе этот момент. Целую речь заготовила. А тут занервничала и забыла. Надо было записать. Мальчик на месте. Один клиент готов заплатить большие деньги за эту штуку. Плевать, застрели меня. Застрелить? Ты же моя сестра. И потом мне столько надо тебе сказать. Микки. Кому-то всегда приходится терпеть боль, Либи. Ну а теперь твоя очередь. Приведи ее журналисту убей. В сторону. Бегу. Нет. Эй, слушай, у тебя есть сливки? Сливок нет. Ладно. Пожалуйста, не трогай, он винтажный. Ага. А, это было в 2002-м. Я завалил King Pharma на таком плохише. King Pharma сделали на платформе 7792. Нет, я работал на 3-7-0. Но какая разница? Ты дитя войны? Тот самый дитя войны? Да, был им когда-то. ВНБ платит куда больше. Больше, охренеть как больше. Сливки. Вот, спасибо. Говорят, все прошло хорошо. Это местоположение Августа?
Куда она его везет? Домой. Привет, Август. Август, мне птичка напела, что ты знаешь, как открыть папочкину программу. Ты ведь сделаешь это для меня. Тук-тук. Есть кто дома? Ты мне поможешь. Скоро. Вот увидишь. Ты же большой мальчик. Надо сообщить тактической группе. Соберите отряд. Быстро. Садитесь. Отлично.
Как они узнали? Как пауки узнали, где находится Болдер? Об этом мы можем только гадать. Клиент, это вы? Это вы покупаете у нее Firefall? Монопольный доступ к ядерному оружию онлайн. Лучше отдать это американцам, нации, не пропустившей ни одной войны. Или нам. Нации, которая забыла о войнах. И теперь Август и Лизбет расплачиваются за все это. Их не пожалеют. Людям приходилось страдать ради куда менее благих целей. Видишь его? Трекер показывает его в конце западного крыла. Настроение закончил? 23%. Уходи оттуда! Лизбет! Ошибка трекера. Дыши, хочешь стакан воды? Дайте ей стакан воды.
он должен открыть нам программу. Ты можешь попросить его это сделать? Пошла ты. Я изготовил это специально для них. Начну с этого красного. Он не убьет его, но ослепит навсегда. А вот черный его убьет. Август, скажи им код. Пожалуйста, доверься мне. Для запуска Firefall введите значение выражения. Деревья тают в тумане. 13, 23, 31, 115 751, 1 943 629. Деревья тают в тумане. Доступ разрешен. Firefall включен. Готово. Я не оставлю им Firefall. Какая в этом необходимость? Я сейчас же переведу деньги. Это не обязательно. Почему? Тихо, тихо. Спасибо за помощь. Но мы оставим его себе. Успокойся. А то задохнешься. Я-то знаю, поверь. Где мы, знаешь? Когда-то здесь была спальня отца. Пока не стала и моей тоже. Но ты и так это знала. А вот чего ты не знала. Когда он умер, случилась странная вещь. Это было как пробуждение. Я разглядела истинное лицо нашего отца. Лицо монстра. А я была ничтожеством. Ты же помнишь то утро, когда ты спрыгнула с балкона и бросила меня? Чего он только не делал со мной в тот день. И на следующий день...
И потом подряд 16 лет. И в этом, Либи, я виню тебя. Поэтому теперь мир сгорит. И все узнают, что именно ты чиркнула спичкой. Прощай, Либи. За дело. А, вот. Цель поражена. Давай еще. Есть, дитя войны. Я должен вас забрать. Я ее нашел. Она уходит. Где мальчишка? Ну давай. Вставай, Лизбет. Молодец! Уходим. Давай. Вот. Идем. Чисто. Где она? Она на другой стороне дома. Она уходит. Иди. Ты должен видеть машину. Есть. Вижу. Твою ж мать! Я пошел!
Она едет по дороге, огибает озеро. Давай через лес и догонишь ее. Молодец. Что вы сказали? Не вини меня за то, что я ушла в тот день. Тот день? Дело не в одном дне, а во всей жизни. Разве ты не Лизбет Саландер? Защитница справедливости. Девушка, которая мстит мужчинам, обижающим женщин. Все эти везучие дамы, жены, матери, сестры. Я все никак не могла понять, почему ты помогала всем, кроме меня? Дело не в одном дне. Каждый день ты не спасала меня. Я не могла. Не могла вернуться. Почему? Не знаю. Ты выбрала его.
есть. Система не найдена, жесткий диск стерт. Извини, так хотел Болдер. Ну что тут поделаешь? Репортаж Микаэля Блумквиста. Лизбет Саландер невиновна в убийстве Франца Болдера.